Тест, выберите собаку и узнайте, какой мужчина для вас идеален. Ни для кого не является тайной, что разным женщинам подходит разный типаж мужчин. Ведь все женщины разные, и каждая ждет исполнения именно своих желаний. Мы предлагаем пройти простой тест и выбрать того пса, который вам нравится больше всего. Двух нельзя, выберите именно того, кто вам нравится больше всего. А если вы не выбрали никого, то узнайте кое-что интересное о себе в конце видео. Номер 1. Аристократический ретривер. Если вы выбрали этого пса, то лучший вариант мужчины для вас – это умный и спокойный мужчина. Для вас важна не так внешняя красота, как ухоженность мужчине. Для вас невероятно важно, чтобы между вами было понимание и доверие. Такие женщины, как вы, не склонны менять партнеров, как перчатки. Скорее, вы любите на всю жизнь. Вы верны своей любви до тех пор, пока он не переступит какую-то очень ужасную черту. Теплые и позитивные, с легкой удачей, вам сложно довериться сразу. Мужчине нужно завоевывать вас постепенно. Вы умеете вдохновить мужчину на любые подвиги. Номер 2. Верная овчарка. Если вы выбрали этого пса, то любовь для вас не пустое слово. Если вы любите, то любите и душой, и делом. Вы потрясающая хозяйка, а за своих детей порвете кого угодно. Часто выбираете таких мужчин, которые не ценят то, что вы создаете в своей семье. Они быстро привыкают к хорошему и считают, что все словно само собой возникает. Однако зря они так. Вам подходит мужчина, который будет по достоинству ценить ваши старания. Рядом с королевой должен быть только король. А вы действительно королева и очень шикарная женщина. Даже в спортивном костюме вы умеете выглядеть шикарно, если ваш мужчина вас ценит. Номер 3. Милый маленький терьер. От вашей харизмы расцветают цветы. Однако, несмотря на вашу женственность, внутри вас стальной стержень. Вам подходит такой мужчина, который будет сильнее вас, ведь внутри вас пламя, а глаза сияют колдовским светом. Для многих мужчин вы роковая женщина, они помнят вас всю жизнь. Вам необходим мужчина, который будет брать ответственность на себя. В более юном возрасте вы выбирали мужчин слабее вас, что ничем хорошим не заканчивалось, они вас просто недостойны. Номер 4. Спокойный и внимательный пес. Вам необходим мужчина, который защитит вас от всех невзгод окружающего мира. Чтобы выйти за него замуж, вы действительно были как за каменной стеной. Ласковое и доброе, вы принимаете любые странности и привычки вашего любимого и обычно никогда не бываете недовольны. Однако есть кое-что, что смертельно ранит вас, и вы этого не прощаете. Это измена. Вы честно работаете над отношениями и создаете мужу и детям тот тыл, в котором они нуждаются. Легко и просто сглаживаете острые углы и всех мирите. Если вам не приглянулся ни один пес. Вы действительно творческая натура, причем творчество для вас – это не просто слово, а стиль жизни. Вы любите все необычное, умеете буквально читать людей. Больше всего вам подходит чуткий и заботливый мужчина, который с пониманием будет относиться к переменам вашего настроения. За счет вашего мужчины вы жить не станете, но жадных мужчин терпеть не можете. Щедрость для вас скорее показатель щедрости души. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.